Всем здравствуйте, лопатушки, а лопатушки. Кто хочет огурчик? Кто будет огурчик? Кто будет огурчик? Ой, ну какие вы бессовестные. Донечка, звездочка, кушай, кушай. Тебе нужно силы восстанавливать. Я тебе хоть 10 огурцов куплю. Ты тебе подавилась, что ли, от жадности? Да ты моя лапушка. Кушай, миленькая. Ты страдалица наша. Не торопись, не торопись, зайка. Куда торопишься? Сейчас тебя огурчиком покормлю, и пойду твоих деток кормить. Да, да, лялюшка, госпожа лялюшка. Тетя какая быстрая, не торопись, бусеночек. Ты такое не ешь, ты не козел, да? Отказался от огурца. Миланочка. Ой, ты как хватает жадности там, ты зайка наша. Ты точно зайка. Зайка-зазнайка. Вега говорит, а что, едят, что ли, что-то? Вы с какой скоростью целый огурчик съедаете, а? Да, пожалуйста, нате. Нате. А вот и огурец закончился. Что, еще один надо порезать? Огуречные мои душеньки, а? Сейчас еще один порежем огурчик. Или морковочку лучше, или яблочко. Я вам купила 2 яблочка, красное и зеленое. Доня, иди собирай, там вон кто-то натаскал, посмотри. Кто-то по тоску. Ай, фиянка, фиянка. Смешная девчонка. Ай, малыш, скажет, надо текать со своим огурцом. Донечка, Донечка, смотри, вон на подушке. Да, кто-то на подушку тут стаскал огурцы. Напрятал кто-то. Какие-то лохматы у тебя торчат. Лохматы какие-то торчат. Вот ты как с жадностью слопала. Ну, приятного аппетита. Вот они какие. Ну вот, перекусили мы огурцом. Пойдем дальше дела делать. Да? Дальше пойдем дела делать. Мы всех целуем, обнимаем и хорошего вам дня желаем. Да, Донечка?